Защитное стекло не рекомендуется самостоятельно устанавливать на улице или в общественном месте, где высока вероятность попадания пыли под стекло. Для начала очистите поверхность экрана мобильного устройства при помощи влажной салфетки. С помощью сухой салфетки удалите с поверхности экрана разводы и остатки влаги. С помощью салфетки из микрофибры и стикера удалите с поверхности экрана мобильного устройства частицы пыли. Удалите со стекла защитную пленку или пластиковую подложку. Не допускайте попадания пыли на внутреннюю сторону стекла после удаления защитной пленки или пластиковой подложки. Тщательно позиционируйте расположение защитного стекла клеевым слоем вниз так, чтобы отверстия на стекле совпадали с датчиками, кнопками, динамиком и камерой мобильного устройства. Аккуратно опустите защитное стекло на экран мобильного устройства и прижмите его, слегка нажав на середину защитного стекла. В процессе приклеивания под стеклом могут оставаться воздушные пузыри. Удалить их можно простым разглаживанием. Но бывают ситуации, когда вам необходимо приподнять стекло и удалить воздушную прослойку. Для этого достаточно поддеть стекло за край и слегка приподнять.